Знаменитый альтист мира Юрий Башмет и его коллектив «Солисты Москвы» дали концерт в Архангельске. За весну это уже второй визит маэстро в областную столицу. На сцене Архангельского театра драмы солистом Москвы на альте солирует сам маэстро Юрий Башмет. Архангельск вошел в 50 городов юбилейного тура ансамбля. Ему 25 лет. В репертуаре свыше 350 произведений отечественной и мировой классики, но программа, по словам дирижера, ни в одном городе не повторяется. Шестая симфония Чайковского, например, ее нельзя каждый день играть исполнителю, он умрет. Или это превратится в какой-то уже, не знаю, автопилотное исполнение, чего нельзя допустить в этом произведении никак. Это исповедь. Нельзя каждый день умирать и не умереть, в конце концов. Подробный сюжет с пресс-конференции Юрия Башмета и концерта в Театре драмы смотрите в программе «Время региона».